Всем привет, мои рыбки! Мы находимся с вами в Краснодаре, около Краснодарского краевого выставочного центра «Картин». Я надеюсь, там мы увидим очень красивые картины вместе с вами. Давайте посмотрим. Вот такая красота находится на Рашпилевской, 32. Да, я вас поняла. Чтобы память осталась. Хорошо, тогда не буду снимать. Какая красота. Очень красиво. Нахожусь в Краснодарском выставочном центре «Картин». Красота, духовное умиротворение. Понять бы, конечно, все эти картины, то, что запечатлели авторы, то, что было в душе, невозможно, потому что каждый человек индивидуален, каждый человек индивидуум. Создание Бога не повторяется. Постараюсь вам запечатлеть образы и красивые картины побольше. Смысл картины «Адам и Ева». Вот смотрите, Адам наверху, дерево расколотое на рай и ад, и Ева внизу, фигура. Ой, шикарно, все бы это понять, а? Я, наверное,
хотите. Еще раз напоминаем, не оставляйте пакеты, сумки, личные вещи возле колонны у стен зала. Если вы можете, воспользоваться вешалками, которые стоят возле входа. Спасибо. Там хорошо. А ты не пойдешь?